Всем привет! Наше новое видео будет интересно не только тем, кто готовится к свадьбе, но и всем, кто отшивает вечернюю одежду, а также просто любит очень интересные изделия. Подписывайтесь на наш канал и поставьте лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше пользователей. Магазин ткани Декабай – самый большой выбор фатина в Минске. У нас есть еврофатин, это мягкий фатин буссе, а также средней жесткости – кристалл. Они попадают друг к другу в оттенок, единственное отличие – кристалл с блеском. А сейчас у нас появился еще новый фатин кристалл матовый. Белый оттенок – самый популярный, это хит продаж, и он сейчас уже без блеска. Посмотрите, как он держит красиво форму. За счет своей жесткости этот фатин часто используют в качестве подъюбника для платья, а наверх уже более нежный и мягкий слой фатина. Также в нашем ассортименте вы можете найти вот такой прекрасный мягкий фатин в плиссе. Плиссе очень хорошо заутюжены, поэтому они точно не разгладятся. И посмотрите, как он красиво тянется. Можно растянуть, ну, если это вам надо, или же использовать вот в таком плиссированном виде, например, на рукава. Также фатин плиссе очень часто используется в качестве воротника или баски. Для любителей посиять или кто предпочитает больше сверкающих тканей, очень рекомендуем рассмотреть фатин с глиттером «Ангел». Сам глиттер крупноватый, может немножко осыпаться, но осыпаются только излишки, а как он блестит под софитами? А вот это наша шикарная, очень популярная ткань, органза манка, она тоже с глиттером. Здесь основа более стабильная, совершенно не тянется ни в одном направлении. И она полупрозрачная, очень красиво будет смотреться на теле или просто на отдельных участках, например, на рукавах или в зоне декольте или спинки. А если вы хотите задрапировать, получится прекрасная юбка. Ткань, которая в прошлое наше поступление разлетелась в одно мгновение. Это вот такая потрясающая свадебная тафта Аксой. Посмотрите, как она ведет себя. Ее можно пожмякать, и она останется в таком же виде. И вот так ее можно использовать на рукавах платья. Или же разгладить. Она прекрасно разглаживается. И можно потом задрапировать в красивые складки. Сама ткань немножко имеет жемчужный перелив. Очень красивая и изысканная. А это наша новиночка тафта Берта. Она имеет такие же свойства, единственное, в ней нет перелива. Она кажется более матовой, но из-за этого прекрасно подойдет просто для интересных повседневных юбок. Ткань не тянется и имеет немного шуршащий эффект. Очень прекрасная. Рекомендуем. И вот еще одна новиночка, это свадебный сатин Микадо, прямиком из Турции приехал. Посмотрите, какие складки, идеальное, восхитительное, просто великолепное платье можно пошить из этой ткани. Имеется небольшой совсем сатиновый блеск, она очень красиво драпируется и вот такие волны создает. Особенность этого полотна – растяжение идет вдоль кромки, а в ширину совершенно не тянется. Ну, это, в принципе, уменьшает расход на платье. Рассмотрите его не только для свадебных платьев, но и для пошива пиджаков или корсетов. А эти свадебные сатины матовые стали уже бестселлером в нашем интернет-магазине. Имеют совсем еле уловимый блеск, но больше матовые. Совершенно не тянутся, очень стабильные, тоже идеально подойдут для широких юбок солнца или пышных платьев. Для корсета тоже будет прекрасно. И в качестве аксессуара или дополнительного элемента для вашего изделия рекомендуем рассматривать еще вот такие ленточки ажурные, гипюровые. Очень красиво смотрятся на полочке, на воротничке или на рукавах. Можно пустить по низу изделия. Или на пояс, кстати. В нашем магазине вы также найдете разные пуговицы. Есть много жемчужных, пластиковых, металлические, на ножки, без ножки. Все это можно использовать не только для целевого назначения, но и просто для декора изделия. Заходите на наш сайт dekabai.by, там вы можете оформить заказ, также найти еще больше разных новинок. Обязательно подпишитесь на нас в Инстаграме, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.